Ну, все, закончилось наше лето. Сегодня уже дожди, гроза. Сережа делает, ремонтирует забор. Ремонтер, он наш ремонтер. Что бы ни делать, лишь бы ремонтировать. Снимаю на новую камеру, надеюсь. Теперь у меня отличная камера. Цветочки наши. Тут у нас еще пчелки лазят. Наши помидоры огромные в этом году. Уже собирала, уже прям девать некуда. Сколько ж кустов-то у нас здесь? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Короче, 25, наверное. И это много. Надо их уже перерабатывать. Три баночки закрыла с баклажанчиками. Надо еще повторить, потому что, мне кажется, не очень остро получилось. Я поострее люблю. И аджику, наверное. Вон какие барабаны получились. Хорошие семена очень были. Большие. Ну ладно, пойдем цветочки еще посмотреть. Ой, какая красота. Какая красота. И у нас стояло прямо лето-лето. Прямо жарко-жарко было всю неделю. Но теперь уже все. Уже сегодня гроза и дождь собирается. У нас это ненадолго. Но и так хорошо. После холоднющего лета. Вот эти мне самые красивые. С каемочкой, с такой тоненькой фиолетовой. Классный расцветка. Ай, дарлин. Чего тебе, дарлин? Ну да, наверное. Ну давай красиво. А у тебя ж те-то все таки так же сделано. Ну не знаю как. Ну просто смотри. Не, она будет перевернута. Да, все равно будет под этим. Ну да, и не видно же. И наоборот, он хорошо цепляться будет здесь. А зачем мне? Мне не надо, чтобы он цеплялся. А что, надо, чтобы падал? Мы про вот это разговариваем. Мне очень нравится. У нас тут стояла старая заборина. И мы ее даже не переделывали, когда ставили забор. Потому что на ней начал расти вот этот вот, как он называется, плющ, да? Ну, в общем, не знаем, как называется. Такая плетеная, такая красивые листики. Я их очень люблю. Такие вот они двухцветные. И он заплел у нас всю вот эту вот сторону. Одну сначала, потом уже полез на другое. И Сережа решил, что под ним сгнили эти старый забор. Начал менять, а он хороший. Он даже вообще ни в чем. Хорошие эти были. Половина, да? Ну, в общем, поменял. И сейчас это говорю этой стороной, вот которая изнаночная, как бы сюда к нам, и чтоб он по ней лез, цеплялся. Он говорит, не надо мне, чтоб он цеплялся. Что это такое вообще? Смотри, как картинка красивая, да? А я еще вчера успела стульчики покрасить. Как прям чувствовала, что дождь будет. Хорошо, ночью не пошел, но все равно их сюда занесли. Вот эти вот у нас здоровенные. И они здесь будут на улице стоять. О, не прокрасился. Еще надо его закрасить. Еще на раз. А толсто покрасила, наверное, такая краска. Ну да, и еще сохнуть и сохнуть. Вот этот еще на раз подкрашу.
Ну хорошо, я успела за все лето прям. Красота. И ремонт активненько так мы сделали. Хорошо. И покрасила все, что хотела практически. Вот стул хотела переделать в кухню. Ну не знаю, они у нас такие старые, черные. Ну блин, деревянные. Жалко их что-то с ними, ну как бы выбрасывать. У них сидушка мне не нравится. Она из кожи такая, ну такие добротные стулья. Была это кожаная такая, она такая жесткая какая-то. Вот ее переделать, наверное, надо. И куда-то я ее задевала. Стол черный, стулья. Белые не сделаешь, не знаю, думаю. Да, и вот же я не показала. Я же покрасила тумбочку, которая была соснового такого цвета. И вот я ее покрасила той же краской, что шкаф. И она у меня прекрасно сюда вписалась. Ручки поменяла ей. Да. Еще подумаю, что туда сложить. Ну, в общем, она у меня тут прям так хорошо встала. А туда вот я хочу найти комод. Туда вот у меня в тот угол у меня встал хорошо. И он мне вообще не помешает даже. Потому что все у меня как бы мало мне места в шкафу. У нас одет шкаф, все. Я бы туда постельное белье складывала. И он бы работал, в две функции имел. То есть как за тумбочку, а книжку там, ну не книжку, он лаптоп, этот таблетку кладу свою. Очки, ну в принципе больше ничего не надо наверх. Цветок какой-нибудь хочу поставить. Ну, в общем, как-то так оформить. Все у меня медленно продвигается, правда. Вот. И вот эту рамку еще поменяю. Зеленую пряжу купила, зеленую салфетку. Хочу связать сюда, вот над головой. И какой-то куст в угол. Тоже думаю пока. Пока все думаю. Дождя пока нет. Поснимаю. Вот обещали, но вчера тоже обещали дождь, но дождя не было. Может, и сегодня еще простоит денечек. Так не хочется дождей. Еще чуть-чуть бы лето. Так хорошо, когда тепло. Открытые окна, двери не надо закрывать. Дрожать от холода не надо. Ну, раздетые ходим. Прям удивительная неделя была у нас. Удивительная.